так в этом чемпионате. Это такая его личная задача, помимо того, что он должен помочь, конечно, своей сборной, но и вот на эту звездную орбиту должен Робиньо вернуться. Рвется к воротам Жервиньо. Так казалось, что на этом месте должен быть Драгба. Но вот сейчас Драгба на 11-метровой отметке получает мяч и забивает. Забивает таки свой гол. Показывают бразильские защитники, что было положение вне игры. Я в данном случае не склонен им верить, потому что посмотрим повтор, конечно. Драгба очень внимательно выходил на эту позицию. Очень внимательно. И он все видел. Он видел, где последняя линия защитников сборной Бразилии. Оказался на 11-метровой отметке. Сейчас совершенно центральные защитники сыграли бездарно, если они не делали специальный искусственный офсайд. Давайте посмотрим. Из глубины бежит, бежит, бежит. Так. Вот она идет подача. Не было положения вне игры. Не было положения вне игры. Но это повтор так, просто для красоты. Он нам не показывает ничего. Он показывает просто, как здорово Драгба может сыграть головой. Два момента сегодня было. И два великолепных удара головой. Потому что тот, который не принес забитого мяча, он тоже был расчетлив, хорош в дальний угол. Ну а сейчас вот только так нужно бить головой из этой позиции. Аплодирует Свен-Йоран Эриксон. И положения вне игры не было. Все очень здорово рассчитали его арийцы. Все очень здорово рассчитал Дидье Драгба.